Национальная компания по сбору средств для нуждающихся под патронажем первой леди Галины Дадон добралась до района Нениной. В нескольких километрах от столицы, на окраине села Цинцерень, в старом доме 12 человек ютятся в двух комнатах, где укоренились нищета, голод и холод, и страх перед завтрашним днем. Eu Sanda, Tolia, Lenuța, Cristi, Max și Cătălin. Марианна Дануца, мать 10 детей, ежедневно ведет борьбу, которая под силу разве что самому сильному солдату, а не женщине с сердцем матери. Со стыдом и со слезами на глазах Дануца рассказала, что едва сводит концы с концами, потому что ежемесячный доход семьи составляет меньше 5000 леев. Однако, несмотря на это, она не перестает улыбаться. Оградите цену. La școală 3 ani. Banul avem cu ce să încalzi. Banul ne ajunge hăinuță. De vară încă mai avem, dar de iarnă, să vă spun, de la unul la altul. Poartă unul și apoi poartă doilea și apoi, dacă îți băieți. Fetele de-amă, cum să spun, una e mai grasă, una e mai... Отсутствие дров в зимнее время года, воды в кране, элементарных удобств – ничто по сравнению с тем, что лишило семью Дануца спокойствием. Дом многодетной семьи вот-вот разрушится, а мать не знает, как быть, ведь она с детьми может оказаться на улице. Перешел с лаз под он жестко. Каса и кунзвет, пунаре пишите патру зердянь. Алло, стрибу не имей. Ну и мета и жем кассу. Шикарно. Дичи, а дичам не имей кассу? Несмотря на нищету, семья все же верит в лучшее будущее. 27 января многодетная семья никогда не забудет. Первая леди страны Галина Дадон, как только переступила порог, спросила о здоровье детей и о том, что они сегодня кушали. Ты моя вето купила шмикуц, да? Да, я купила. Что это будет? Врачит пневмонию. Перворачит, да? Да. Первая леди приехала не с пустыми руками. Еда, сладости, различные товары для дома. Все это подарило семье надежду на лучшее. На фладе при проблеме лишь греутецеля фамилия чисти один пресса. Чем винит астез кожу туари, тари не чесари пентру ей. Дар есть фарте птин, вазенденче каса локуеска чешко пилаш. Am hotărât și am deschis astăzi un cont și lansăm o campanie pentru colectarea mijloacelor. Și vreau să îndemn și să rog toți oamenii de bună credință să contribuie ca să putem să le procurăm o casă. Для тех, кто хочет внести свой денежный вклад и помочь с приобретением жилья для этой семьи, вы видите на экране банковские реквизиты для пожертвований. Все?